Это набор лего-конструктора для девочек Бельвиль, который существовал достаточно много лет назад, был изготовлен, собственно, в Дании. Есть два варианта у меня в наличии. Это семья и больница. То есть тут были даже всякие инструменты мелкие, либо украшения детские, либо даже игрушки, одежда в небольшом количестве, гипс, костыли, еда, телевизор и домашние животные. Собственно, две семьи, а уж как ребенок или я могли их скомпоновать, это уже была моя собственная история. Есть, конечно же, и постельное белье, цветное или белое, соответствующее больнице, либо домашней обстановке, тканевой, поэтому его периодически приходилось стирать. Красивая вещь, оригинальная и интересная. Некоторые потери, к сожалению, были в отношении живности или потерян был младенец. А так игрушка очень интересная, пусть и дорогая в свое время, а сейчас уже ставшая даже редкостью. Спасибо за внимание. Ждите новые обзоры, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если вам было интересно.